Моросящий дождь и ветер не останавливают жителей Камарского. Сельчане вышли на общую уборку. Для их детей эта территория – настоящий оазис. Пару лет назад местная администрация выиграла грант на строительство детской площадки. С горками, качелями благоустраивали небольшой парк всем селам. Вокруг крапива, бурьян. Все это мы убрали, вывезли. И на этом месте вот построили эту площадку. Ей уже 5 лет в этом году. Вот у меня 8 внуков. Это здорово, что у нас преображается наше село. Очень много, что это вот все-таки на благо наших детей. Для полного счастья, говорят сельчане, не хватало только спортивной зоны. За помощью жители обратились в фонд Александра Прокопьева. Фонд социального содействия старается поддерживать тех людей, которые делают что-то нужное и правильно для своей территории, для людей, которые живут рядом. По поручению Александра Прокопьева фонд сделал подарок жителям Камарского. На площадке установили несколько уличных тренажеров. А сколько раз так можешь сделать? 10 раз. Надя побила свой личный рекорд. Теперь ей легко удаются 3 подхода на пресс, и девочка ставит новые цели. Разрабатывать ноги и руки. И пресс качать. Детей сюда ходит очень много, и все любят здесь играть. Всем очень нравится, все очень рады. В этом году здесь благоустроят зоны отдыха. Администрация выиграла еще один грант. Скоро проведут электричество, установят фонари, скамьи, асфальтируют дорожки. А уже 1 июня, в День защиты детей, проведут первый концерт. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин, Александр Антропов. Наши новости.